Всем привет! Перед вами одна из самых интересных камер в виде регистраторов 2014 года. Это компания, производитель, непонятно как ее правильно называть, корейская, то ли Power UK, то ли Power UCC. Вот, Panorama 2S. Вот такая вот коробка под дерево. Сейчас я ее открою. Такая большая коробка. Зачем они такой корейцы эти делают большие коробки? Так, в коробке инструкция. Вот как правильно называется. Panorama 2S. Ну, самое интересное, что соневский сенсор. Он самый лучший сейчас 2-мегапиксельный. Это соневский Exmor. Для видеорегистраторов в машины лучше пока ничего не придумали. Так, что тут инструкция, никому не интересно, никто их не читает. Так, сразу в коробке сама камера. Выглядит вот так. Корпус весь из себя такой глянцевый, собирает отпечатки. Жуткие надписи красные, привлекающие воров, да, готовых разбить стекло вашей машине. Эти все надписи очень заметные. Вот так, камера. Так, что еще в огромнейшей коробке? Что тут может быть еще? Так, сразу крепление. Вот такое вот надежное, в принципе, не очень короткое, но неповоротное. Вот, то есть никакой присоски в комплекте нету. Ну, она по большому счету не нужна, только один раз, чтобы потестировать камеру и повесить ее как-нибудь, чтобы потом надежно закрепить на вот этот вот триамовский двусторонний скотч. То есть скотч сюда, камера сюда и к стеклу. Все. Из комплекта еще только прикуриватель, зарядка. Это 12-вольтовая. Так, ну в камере нет аккумулятора. Тут только маленькая эта емкость, этот капаситор, который позволяет только сохранить файлик надежный и все. То есть в машине зажигание гасите, записи у вас не будет без дополнительных ухищрений. Все, собственно, в огромной коробке только весь комплект вот такой вот. Так, это все убираем, камеру оставляем. Так, ну я покупал комплект, в котором еще дополнительно продавец положил поляризационный фильтр CPL. Вот. Для панорамы идут фильтры вот от FineView, тоже корейского производителя. Надо посмотреть. В такой приличной коробочке, типа от маленького компакт-диска идет. Так, 30 мм магнит. То есть вот тут вот на камере магнитное кольцо. Фильтр крепится на магнитике. Ого, в комплекте все серьезно. Даже тряпочка есть. Так. Ага. Тут же какая-то инструкция есть. Как цеплять. Так. Пыльноватый какой-то он уже. Ну как крепится? На магнитик, да. Тут тоже магнитики. Ну, как-то, не знаю, надежно, ненадежно. Тут болтается, лишь бы на кочках не трясся. Все, для лучшего, для лучшей картинки. Чтобы блики не были, отражения всякие, против солнца там. Вот. Так, фильтр. И еще в комплекте также дополнительно продавец предлагает за эти деньги GPS-юнит, то есть подключается внешний приемник GPS. Так, в этот вот разъем. Вот в этот, в средний. И, собственно, и скорость, координаты, и все дела. Так, ну, все по комплекту, теперь по самой камере. Объектив, в инструкции написано 140 градусов. Диагональ, видимо, это. Так, тут микрофон или динамик. Так, по разъемам
About. Непонятно, зачем люди подключают регистраторы к телевизору. Так, GPS подключение и 12 вольт. Так, что сверху? Сверху USB. Так, это микро-USB для подключения к компьютеру. И также, если подать 5 вольт, то регистратор будет работать. Так, вот эта болванка огромнейшая, крепление. Так, включение, начало записи. Запись, кстати, начинается касанием на тачскрин. Тачскрин 2,7 дюйма. Так, кнопка отключения, включения звука, меню. Ну и по событиям сохранение файлов там. Read-only файлы становятся. Так, ну вот тут полноразмерный SD-слот. Я воткнул, конечно, сюда microSD с адаптером, карточку. Вот. Пока что. Но советует производитель сюда большую карту вставлять. SD не греется, там не трясется и всякие такие дела. Так, ну вот внешне все. Надо тестировать. Ну, еще хотел показать вот по поводу 5 вольт и питания этой камеры. Вот китайский пауэрбанк. Три батарейки, выход 1 ампер 5 вольт. Вот верхний разъем. Микро-USB кабель вставляем. Сразу не включается. Видно, что пауэрбанк заработал, питание пошло, но камера таким способом сразу не включается. Надо включить на специальную кнопочку. Так, счет пленочка. Сейчас надо снять ее. Вот, автоматом камера не включается, автоматом запись не стартует. Но вообще работает. Вон пауэрбанк моргает, что питание идет. Можно нажать на запись. Например, нажав на экран, пикает. Вот, начинает моргать красная штучка, тут кружочек, и все. Запись идет. Также тачскрин выключаем. Ну, вот работает. В принципе, можно питать от 5 вольт от обычных прикуривателя, преобразователя 12 на 5 вольт. Все работает. Вот так. Еще хочу сравнить панораму со своей текущей камеры Mobius. Такая экшн-камера. Специально создана для самолетиков, этих ремонт-контрольщиков, там, для квадрокоптеров. Вот такая вот она маленькая, такую форму специально имеет, никаких экранов, никаких штук лишних, никаких же сенсоров, GPS и всякой блабуды. Вот, ну такие микроскопические размеры. Пластик здесь такой, типа soft touch, в машине практически незаметно. Тут это, конечно, мой колхоз, я тут сделал крепление. Металлический этот уголок, и на лобовом стекле там такое крепление из пенопласта, два магнита. Все отлично, на магнитах потом покажу. Вот, ну и собственно дневная съемка не хуже, чем панорама. Но ночной, конечно, никакой нету здесь у нее. Она не для этого делалась. Вот, в панораме соньковский сенсор. Вот, поэтому ночная съемка есть. Ну, конечно, панорама по сравнению с Мобиусом в машине будет привлекать. Не знаю, матовать ее, наверное, надо будет. Крепление тоже какое-то магнитное, очень такое вот маленькое, колхозить, прятать. Потому что, конечно, она со своим огромадным экраном можно было бы в 3 раза меньше сделать. Со своим глянцем этим, елки-палки. Фильтр, когда одеваешь, такой вообще как зеркалка в машине висит. Вот, а Mobius вот такой вот. Микроскопический по сравнению с панорамой. То есть они вот так вот выглядят. Mobius вообще там под зеркалом висит, вот так вот примерно. О. Ну, вот такое вот сравнение. То есть Mobius стоит 70 баксов, панорама 200. Дневная съемка практически одинаковая. Углы обзора практически одинаковые в объективах. Около 140. Вот такое сравнение. Сравнение несравнимого, в принципе.